чтобы зайти в аниматрон. Набираем просто аниматрон в строке адресной и можем здесь посмотреть. А можно посмотреть, значит, сцен. Значит, первое знакомство начинается со свободной подписки, где вам предоставляется 20 публичных проектов. Научиться рисовать вполне возможно этим, тем более, что, окончив какой-то проект, вы можете его перевести либо в рисунок GIF, либо запомнить в формате видео и начать новый проект. Этот проект закрыть, который уже становится не нужен. Здесь есть блог, в котором можно посмотреть много полезных. Есть несколько, даже много очень примеров, как рисуют, ну, не только пользователи, но в том числе и профессиональные художники, самых часто проигрываемых видео, которые рисуют обычные пользователи. Но здесь есть и профессиональные художники.